ни побочных явлений, ни давлений на меня не было. Это и потом это бесполезно. Значит, это мое собственное решение, продуманное, обдуманное. Вот. Я хочу, чтобы новые люди пришли. Наверное, они что-то внесут новое. И ни в коем случае никакого застоя в том или другом виде спорта не должно быть. Не надо быть мешком в той или в другой ситуации жизни. Цепляться за что-то, если ты уже считаешь, что да, ты уже больше дать ничего не можешь, это не в моих правилах. Я и другим советую. Не надо, это никакой пользы не приносит, а приносит только вред. Если кому-то придет новый руководитель и скажет, что ему просто нужен советчик или нужен какой-то человек, который бы мог сказать, наверное, у меня все-таки опыт-то есть. Это же я не просто 15 лет проработал в хоккее с мячом, 17, а я еще и работал 40 лет до этого в спорте, поэтому есть какой-то опыт. Поэтому если посчитает нужным, значит, я буду помогать. Человек, который должен прийти на мое место, он должен сначала подумать, что он может сделать. А время не ждет. Ситуация очень сложная. И финансовая, и другая, понимаете? И наладить связи с губернаторами, с мэрами в одночасье никому не удастся. Это бесполезное дело. Некоторые пытаются меня в этом обвинить, что Поморцев кому-то свою должность там уже пообещал. Это вранье, и это исключено на 200%. Я себе удобных людей не ищу, это будет неправильно. Тогда зачем я должен уходить? Вот скажите мне, пожалуйста, зачем? Не надо мне этого делать.